найду себе. Интервьюер Гусев сбежал. Какой-нибудь уютный подворот. Я говорю, я уже готов. По поводу акции? Не знаю, что говорить.
Ты уже начал? Акция посвящена как бы котлетам по-киевски и мухам. Вот. Здесь представлено очень много художников из Киева, Одессы. Это уже не первая акция. Вот. Сегодня она как бы юбилейная такая, по-моему, 10-я. Вот. Представлены разные инсталляции, художники. Вот. В принципе, нужно просто посмотреть работы, и мне больше сказать нечего. Супер! Лёня, скажи человеку что-то про акцию. Я бегу сейчас, сейчас расскажу. Отлично. Лёня сказал. Привет. Дайте скотч. Толик, ну ты как бы от выставки впечатляешься больше всех, по-моему, от этого проекта. Нет такого человека, который бы настолько бы воспринимал это как... близко, как бы, да, и... Возможно, я допускаю такую мысль, но не буду очень категоричен. А вот мнение, если на словах, да, как бы говорить, о данном проекте? Ну, прекрасная ситуация, мне очень нравится. Убедительная, очень интересная. То есть это как бы мне очень. Я был просто в Лондоне вот там. Вспоминая Лондон, да? Вот очень напоминает эту ауру Лондона. Потому что Лондон, он очень свободный город обычно. Там интересный народ. Живут масса национальностей, вот, и они все как бы не ругаются, не скандалят, а как-то что-то творят. И сейчас вот это мне что-то напоминает. Очень... То есть аура очень дружелюбная и любопытная. Класс, отлично. Спасибо. А, получилось? Да. А скотч в природе исчез. Я не вижу. Крысы? Привет. Здорово. Как она? Это Аня, здорово. Это Игорь. А, Егор. Ты же со штативом, у тебя все серьезно? Arbeiten müssen, arbeiten heute. Ja, also, ja.
Ну что, когда зайдешь в видео? Еще надо, было бы в идеале еще 2-3 кассеты, было бы вообще супер. Но, короче, я почему говорю? Короче, смотри, я без музыки не смог сделать монтаж. Я положил музыки, чуть-чуть, два трека. И на 10 минут сделал такой как бы клиповерсию. Ну, красиво получается? Нормально, да, мне понравилось. Более-менее динамично, как бы, выявлен ход, потому что, я понял, не, чувак, давай уже завтра, ладно. Да, да, лучше быть богатым здоровчиком, где-то. Со звездаром? Вон будешь. Не, это довольно тяжело. Пиздец вам всем нужно. Это нам простите, друзья, извините. Я не знаю. Инсталляция, да, бессознательно, да. Каким-то образом, да, 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 да. Естественно, во-первых, это пакет, вторая инсталляция, то есть Боже, благослови пищу нашу. Вот. Ну, это ближе относительно вот, котлет. Вот. Ну и бессознательно, там на самом деле там много всего. Ну вы выглядели так беспечно все, знаешь, ваше здоровье. Друзья, я так рад этой поездочке. Таверна. Да, мы были там. Давай. Не, не надо нахуй. Нахуй это снимать. Тут один черт лежал, короче, замотался в одеяло. Ты тоже снимал его, наверное, да? Или нет, нет. Ты не попал? Пленка закончилась. Ну ты был туда? Да. Тоже замотался. Так тебе понравилось или нет? Непонятно. И что мне понравилось? Ну я так фотошоп посмотрел, блин. Мне не понравилось, знаешь, что? Что ребеночек, вот я вот тут вот работаю за углом, знаешь? Ребеночек маленький такой, вот, вот как вот эта девочка, видишь, вон, смотри. Да. Она шла через дорогу, у нее 6 рублей, она пришла папе с мамой самогон покупать. Вот это мне не понравилось. Я ее перевел через дорогу, потому что ее ни одна машина не пропускала. Вот это мне не понравилось. Хотя бы знаки есть, блядь, уступили бы дорогу. Хотя бы. Это слово сейчас. Но это параллельная тема. Я так понимаю, что к выставке она имеет отношение. Я же знаю, что у вас за выставка. Ну... ну просто таких родителей надо добивать, бить ногами. Это что, родители? А вы что, с Киева сюда приехали? Ну, а что, Киев далеко? Ну, так. Ну, примерно ехать сюда. Ну вот, киевские художники здесь присутствуют. А что вы тут? Можешь непосредственно им задать вопрос. Они авторы этого дела. Они здесь ходят? Это что, по телевизору меня будут показывать? Я не хочу. Ну это как ты захочешь. Ну я вот, ну взял, я почитал, я ничего понять не могу. Вот минус. Вселенная расширяется. Расстояние между галактическим углом возрастает. Произведение вообще. Так что? Да, оно теперь похоже, что это мое. Надо. Ладно, я пойду куплю орехи, потом подойду. Какая-то мне сушка, мне просто жене надо орехи купить, она будет пирогские с орехами. Можно? Давай, пей. Как же я могу его так звонить по нему, если ты его не знаешь? Цифровое же поставил. Давай, давай. Не, ну отличная девочка, просто да. Ну это тебе виднее, ты мне тоже придется. Я просто вот не знаю. Когда красивая женщина, это нежная, просто ну так, ну, то есть может быть не академично, но просто охуенно красивая тёлка, это вообще очень. Потом это все, ну, для неё шить прозрачный чехол. Знаешь, такой, ну, из полиэтилена, может, даже, знаешь, ну, что можно не познать, что даже показаться, что это просто набито. А так просто полиэтилен, знаешь, такой, брат. Ну, аппарат. Ну,
ты кнопочный? Выйти живым из боя! Выйти живым из боя! Правила игры, я играю на кадыровой. Спасибо, все свободны. Окей, перформанс закончен. Сильная. Это мой оператор, мой водитель. Я кровью, блин, дальше, там. Добрый день! Доброго дня, во-первых. Это Анатолий Шевчук. Тоже это наша телезвезда. Анатолий, очень приятно. Артур. Пожалуйста. 60 гривен. Акфа. Ноги приклеены. Можно двигаться, ноги приклеены, чтобы вы из кадра не выходили. Микрофон держать направлено. Не так, именно направлено. Стойте, ноги приклеил? Ноги приклеил. Так, сейчас работаем, потом развлекаемся. Я же вижу, что нет, неправильно. На себя направлено. Это пушка, еще раз говорю. Я вижу, что это пушка. Вот так вот, это пушка. Вот так, ну направлено. Это пушка. Еще раз говорю, я знаю, что это пушка. Ноги приклеили? Поехали. Мухи, котлеты по-киевски в Одессе. Вы чё? А чё? Мухи, котлеты по-киевски в Одессе. Да, это гиперкруто, потому что на самом деле, во-первых, в Одессе... Привет! Вот. Я прошу прощения, это что? Телеканал. Потом отдельно будет маски-шоу. Вот он маски-шоу, я сейчас для новостей. Кошка, ты знаешь, что это будет? Оно меня не пойдёт. Ну дай мне сказать. Гусик, пожалуйста. Привет, крошка. Я Одесса, я люблю тебя. Это искусство. Я хочу откровенно пожелать вам здорового, полноценного, сексуального вдохновения. Я хочу, чтобы одесские девушки, ну просто, я сиськи люблю. Я сиськи люблю. Спасибо. Спасибо большое. Это на самом деле, это, да, это поэзия. Класс, ну да. Хорошая, легкая, эмоционально. Правда, да, чтобы меня дети Ой, ну слушайте, на самом деле Одесса, во-первых, это гиперкруто. Одесса это гиперкруто, я вижу здесь вообще... Пожалуйста, конкретнее. Ой, ну здесь на самом деле столько барахла, из которого можно делать современное искусство. Современное искусство, эмоционально насыщенное, гиперкрутое. То есть я думаю, что сами одесситы должны только радоваться, когда приезжают с разных городов художники и делают из этого. Можно уточнить гиперкрутое, поточнее, это слишком общее понятие. В этом смысле. Гиперкрутое это... Ну, представьте на самом деле себе мышлопу с костью вот там внутри, или там, не знаю, там тапочки какие-то. Извините, были заявлены мухи и котлеты. Нам, пожалуйста, что-то про мухи. Так это мухи, вы мухи. Тоже про мухи нам добавьте. Это добавьте мухи, нам. На и микрофон выровняй и добавь про мухи. Про мухи добавь. По-киевски и по-одесски. Хорошо. Ты аккуратно. В каждом из нас живы мухи, в каждом из нас живы котлеты. То, что с этим делает. Не знаю. Единственная акция на Старокон. Приходи на Старокон. Что там на вас наверное? Все. Ну, я не знаю на самом деле, не, что вы еще сказали. Вы сказали. Где моя работа? Там она. Я забыла. Привет. Да, слушай. Я же такая семья, что вообще потрясающая. Вообще же.
Ауду на фоне желтой машины. Саму Ауду. Я бы хотел узнать, каким образом я могу заняться любовью. Это то ли чем старее, тем вкуснее. Нашей великолепной традиции, еще раз, мы будем фиксировать динамо художников, а сегодня ими оказался Игорь Часкин. Игорь Часкин, мы его вчера встретили. Он вчера встречен на Соборной площади, но почему-то сегодня не явился. А сейчас единственный Игорек Часкин. Пожалуйста. За него будет какая-то у него столько здоровья не было. Отвратительно. Игорь Часкин с нами, ребята. Игорь Часкин всегда с нами. А что, неужели только Часкин попал? Это на самом деле вот работа для наших динамо-художников, верно? Знак доллара. Кровь, козырек, знак доллара. А, при этом ты же понимаешь, что это не козырек, это на голову корона, понимаешь? Это такая... Я понимаю, что борода меня стоит. Фломчик есть? Да, есть. Игорек притворяется, что он художник, говорит, ушел, говорит, ну что получилось, я говорю, блин, это запрет. Он такой, да. Поэтому я на их задом выйти. Вы не знаете акцию, когда была акция на улице Воровского, вот 5 лет назад, да? Когда дверь, ты покупаешь одну, а тебе дают второй подарок, и еще было. За 7 гривен. Да, еще было хорошее, давали консерву. Консерву, блядь. Рыбу там. Надо, во-первых, это отмыть. Он такой бывает. Да. Внесли в после и кубу это работает.